Более 100 фехтовальщиц из 9 стран приехали в Минск, чтобы разыграть Кубок Беларуси. Современным фехтовальщицам нужна реакция вратаря и точность снайпера. Эти качества воспитывает в своих ученицах Лариса Петровна Бокун, заслуженный тренер СССР. Ее ученица Елена Белова-Новикова стала победительницей турнира в личном зачете. В борьбе за первое командное место соперничают спортсменки Белоруссии и Москвы. К сражению готовится Елена Белова, двукратная чемпионка мира и Олимпиады в Мехико. Ее соперница в этом поединке – москвичка Алла Королева. Белова держит рапиру в левой руке, а левосторонняя стойка очень опасна для противника. Победа Елены завершила успех команды Белоруссии. Елена Белова и ее подруги выиграли кубок своей республики.